Цветочные магазины Иваново накрыла волна вредителей. Речь о мелком насекомом, западном цветочном трипсе, представляющем большую опасность для большинства растений. С начала текущего года сотрудники отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Ивановской и Костромской области исследовали более 100 тысяч цветов. Вредители выявили трижды в хризантемах из Голландии. Бороться с цветочным трипсом затруднительно. Обработка пестицидами, как правило, малоэффективна, поэтому в случае заражения всю партию растений приходится уничтожать. Если на листьях комнатных цветов появляются серебристые штрихи и некротические пятна, то велика вероятность, что причиной увядания стал именно цветочный трипс. Населению можно рекомендовать не размещать, если это возможно, купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечное растение осматривать на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности или повреждений. За консультацией можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.